We got the bombs, wow, 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 wow. Всем привет, с вами Джилайденс Фэмили и тут Тернатыйона Шалала. Итак, начнем с небольшого вступления. На первые два счета нам нужно переступить правое-левое или левое-правое, это не особо важно, нам просто нужно подойти в правую сторону. Пам-пам. И со вторым шагом немножко присесть вниз, потому что с него пойдет кач. Мы наступаем, уводим корпус немножко назад, а коленки наоборот вперед. Раз, два. То есть раз, два. Акцент вниз и корпусом немножко назад. Можно добавить голову. Раз, два. В это время руки. Одна либо на поясе, либо в кармане. Ты ее обычно делает по-разному. А вторая указывает на подтанец, то есть в правую сторону. Мы показываем на наших танцоров и делаем раз, два. На три, четыре. У нас идет на и перестроение. Назад. Пам-пам. И эту руку, которую мы указывали на подтанец, мы убираем за голову. Делаем 3, 4. Движение в ногах остается абсолютно то же самое. 3, 4. На 5, 6 у нас идет перестроение. Два шага. 5, 6. И в этот момент ее он отыгрывает на камеру. 5, 6. На и нам нужно выставить левую руку перед собой, сжав ее в кулак. И на 7 мы выбиваем левую руку правой пяткой, то есть вы тянетесь с пяткой к ноге, может немножко завернуться корпус за счет противодействия ноги. Целимся пяткой в кулак, пум, и за счет этого выбиваем руку через сторону наверх, пам, пам. И в это время следим головой за тем, куда полетела рука. Раз, два, поставили на 8. Давайте соединим все вступление. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и семь, восемь. На восемь пришли в ровное положение, на раз отставляем правую ногу. Пам. И из этого положения уже пойдет следующее движение. Выставили ногу и рисуем восьмерку бедрами. То есть у нас пойдет вправо, влево, вправо, влево. То есть мы выводим правую тазобедренную косточку вперед и рисуем ей кружок. Раз. У нас появилась спереди левая. Левая. Два, три, четыре. За счет этого у нас сгибаются коленки. То есть мы каждый раз, выводя тазовую косточку вперед, чтобы вывести ее сильнее, присаживаемся на колено. Раз, два, три, четыре. Чем шире стоят ноги, тем прикольнее выглядит движение. Отставили правую ногу и поехали. Раз, два, три, четыре. В это время голову стараемся стабилизировать. Она находится на одном месте и корпус согнут, направлен ближе к полу. То есть мы не ровно сидим вот в этом положении, а корпус накинут вперед. Еще раз. Восемь. И раз, два, три, четыре. С пятым счетом мы вырастаем наверх, и корпус уже откидывается немножко назад. То есть раз, два, три, четыре, выросли вверх, пять, шесть, семь, восемь. Движение в ногах остается все то же самое. Разберем руки. Руки у нас прямые ладошки, следите за тем, чтобы под напряжением они не выгнулись вот в такое. Прямые. Сгибаются только в запястьях. И мы ведем правой рукой перед собой, а левой за собой. Раз. Поменяли. То есть руки рисуют вот такое вот движение. Раз, два. Раз, два. Правая спереди, левая спереди. Правая спереди, левая спереди. И так по очереди. 8 счетов. Соединим с ногами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще добавим голову. Сам Тайон по танец этого не делает, но сам Тайон на текст, там есть акцент, иногда трясет головой. То есть мы вот здесь с вами стали на восемь. Та-та-та-та, та-та-та-та.
То есть он вот в этот ритм начинает качать головой. Та-да-та-та. Это делать не обязательно, я думаю, что он делает это по настроению, просто потому что его качает. Соединим с началом. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы закончили восемь вот здесь и перенесли вес на левую ногу. Но нам тут же переносить его на правую. Что происходит? Мы встаем правой ногой на носочек, изгибаем колено и переносим туда корпус так, чтобы левая нога оторвалась от пола. То есть у нас вот такое вот положение. Долго в нем балансировать не придется, но все-таки войти в него не очень просто. 5, 6, 7. И на 8 уже можно не доделывать движение, то есть вы здесь 7 закончили. На 8 у вас пойдет раскрытие. Мы закрываем руки в кулаки и уводим их назад. Немножко подаем вперед грудную клетку для противовеса, чтобы не упасть в этом движении. 8. На раз мы делаем шаг на левую ногу и кладем руки на базу. То есть можно схватиться за карманы, за штаны, за футболку. Неважно куда, руки уводятся вот в это место, чтобы не мешать. 8. Раз. Дальше разберем отдельно грудную клетку. Мы делаем круг с акцентом вовнутрь, справа налево. То есть раз, два. Два спокойных, то есть на ровный счет. Раз, два. После этого начинаем ускорять счет. Три и. То есть раз, два, три и четвертый доделываем. Еще раз соединим под ритм. Раз, два, три и четыре. Что происходит с ногами? Ноги сохраняют ровный ритм, и очень важно не начать его ускорять. То есть мы вот здесь сделали 8, и на раз у нас пойдет первый шаг с левой ноги. Раз, два, три, четыре. Еще раз. 8. Раз, два, три, четыре. Шаги мы делаем на мягких ногах с присогнутыми коленками и с легкой пружинкой. Этот эффект создаст еще за счет грудной клетки. Добавим грудную клетку к шагам. 8. И пошло. Раз, два, три и четыре наступили. На 5 мы наступаем на левую ногу и выбиваем правую. Раз. Руки делают хлопок, и мы раскрываем их в стороны. Какой-то четкой траектории у них нет, и он сам тоже делает по-разному. Это такой энергетический выброс, снова порадовать зрителя. Итак, еще раз. 8. Раз. Два. Три. И четыре. Пять. 6. На 7-8 делаем акцент на зрителя, мы выравниваемся. 6-7-8. Так он делает в студии чум, указывает на глаза и потом на зрителя. 7-8. Со следующим куском пойдет кач, такой круговой. Право-лево, право-лево, право-лево. То есть мы накидываем корпус вправо, переносим влево. Накинули вправо, влево. Если все соединить, получится вот такой кружок. Но мы с вами делаем акцент. Право-лево, 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 право-лево. Как будто бы накидывая корпус. И руки пойдут правое-левое, 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 правое-левое. То есть вывели вперед, на сгиб к локтям, за голову, к рту, к рту. Отсюда руки пойдут вниз, и мы шевелим пальчиками. Раз. Два и наверх. Три, четыре. Корпус делаем волну в правую сторону. Раз, два. Поменяли сторону. Три, четыре. Соединим с руками. Раз, два, три, четыре. Из этого положения мы берем замах с правой руки, точнее нет, с левой. Мы левую заводим назад, чтобы на нее был первый счет. Раз. Еще раз. И та. Раз, два, три. Поменяли на правую. Раз, два, три, поменяли на левую. Раз, два, три, правая. Раз, два, три. И у нас пойдет следующее движение. Что делают ноги? Руки выросли наверх. И мы делаем шаг с
правой ноги. То есть вперед идет левая рука, а шаг идет на правую. Раз. Та-та. Два. Та-та. Три. Та-та. Четыре. Та-та-да. Еще раз. Ноги с каждой акцентной рукой делают шаг. Раз. Два. Три. Четыре. То есть мы просто переминаемся из стороны в сторону. Всего акцентных рук будет 4, и на пятую нам нужно прийти вот в такую позу. То есть выставляем правую ногу чуть-чуть вперед, правая рука присогнута, и мы сейчас будем шевелить пальчиками. Еще раз вот этот кусочек. Раз, два, три, четыре, и пошли. Раз, та-та, два, та-та, три, руки пошли ниже, та-та, четыре, и доделываем пам-пам, и делаем шаг. Пам-пам, шаг. И продолжаем шагать и шевелить пальчиками. Раз, два. Всего два раза. То есть мы здесь закончили. Пять, пять, шесть. Сбросили руки. Та-да. Указали за себя. Раз, два. Делаем шаг на левую ногу назад и бьем дважды пятками в пол. Та-да. С этого движения уходим назад. То есть раз, два, отпружинили, поставили правую ногу. Здесь то же самое. Раз, два, отпружинили, раз, два, отпружинили. Это такая маленькая финальная связка, чтобы красиво завершить кусочек. Давайте медленно соединимся в почет. И раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Та, 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 та. Раз, два, бит, бит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень важный момент вот в этом переходе — не прыгать. Мы прыгаем только на смене ноги. То есть здесь мы больше работаем коленками. Вниз, вниз, перестроились. Вниз, вниз, перестроились. Вниз, вниз, закончили. Соединим все под музыку. Я станцую под 50, 70, 85 и 100. Yeah.
talking and rolling, rolling, you're throwing the lorry, cause I can glide, running, had this line, 부족한 걸 come, 만져도 되지, jump, 오늘 세대한 밤, 둘, 셋, 다시, jump, we got the bounce, wow, 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 we got the bounce, wow, wow, wow. Hey, 거린 거린 난 서페이 허린 세우지 끝 거친 살짝 지켜오는 척 표정은 찡그리니 뭐지 맛을 나리고 매.